Первенство города среди юношей и девушек прошло в бассейне «Дельфин». На старт вышли как самые юные воспитанники спортивной школы ИКАР, так и опытные спортсмены. Соня Малахова – самая юная участница первенства города по плаванию. Девочке еще нет и 6 лет, эти соревнования у нее первые. Тягаться с более старшими ребятами ей пока тяжело, поэтому Соня просто набирается опыта и получает удовольствие от плавания. Я хорошо плыла, ну, доплыла до конца. Еще будешь в соревнованиях участвовать? Да, буду. Соревнования по плаванию в преддверии Нового года традиционные. В них участвуют и опытные пловцы, и те, кто только недавно пришел заниматься. Как и для Сони, для многих ребят эти соревнования первые. И награды, которые они получили за свои дистанции, тоже первые. Я буду заниматься больше своих лет, буду хорошо учиться и занимать вообще первое место. В первый день первенства на старт вышли спортсмены 2010-2015 годов рождения. Каждому участнику предстояло проплыть 2 дистанции на выбор. Самыми популярными традиционно стали 50 метров кролем на груди и 50 кролем на спине. Брас и баттерфляй выбрали более опытные спортсмены. Сегодня я плыву 50 метров брас и 50 метров баттерфляй. А почему такие дистанции? Ну, просто, во-первых, это мои самые любимые дистанции, во-вторых, я хочу улучшить по ним результаты. Эти соревнования проводятся для того, чтобы люди улучшали свои результаты и дорабатывали ошибки. В конце каждой дистанции проходило награждение победителей и призеров. Во второй день первенства на старт вышли воспитанники спортивной школы ИКАР в возрасте от 13 лет и старше. Новогодний турнир между воспитанниками спортивной школы «Саров» прошел в Ледовом дворце. За победу поборолись начинающие спортсмены. С начала первого периода хоккейная команда «Саров-1» вырвалась вперед и повела игру. К третьему игровому отрезку разница очков между командами соперников была уже очень большой. Казалось, для команды «Саров-2» исход очевиден, но юные хоккеисты поднажали и начали вырывать лидерство у «Сарова-1». В финале новогоднего турнира по хоккею команда «Саров-2» уступила соперникам всего на 1 очко. Итоговый счет игры 9-8. Игра была напряженная. Сначала мы проигрывали, а потом мы начали забивать голы. Еще когда был второй период, у нас снимают вратаря, и мы забиваем еще один гол. Не обидно было проиграть? Нет, игра все-таки, Саров против Сарова. Не соперники. Игра очень понравилась. Мне кажется, что игра была, не очень честная. Не очень честная? Почему? Потому что было за одну команду играло очень много 12-х, а за нас всего 6 12-х. Наш успех в том, что мы самые сильные, что у нас есть хороший вратарь. В преддверии Нового года турнир по хоккею прошел для юных спортсменов 2012-2014 годов рождения. Праздничные игры на льду стали традиционными для воспитанников Ледового дворца. На них ребята демонстрируют, чему научились за год обучения, и закрепляют приобретенные знания. В этом турнире дети, во-первых, развиваются, у них между собой коллективизм вырабатывается, как говорится, соревновательный дух. Хотя на льду играли ребята из одной спортивной школы, борьба за победу была напряженная. Победители турнира, хоккейная команда «Саров-1», много тренировались и серьезно готовились к предстоящим соревнованиям. И успех не заставил себя ждать. Я тренируюсь. Это самое главное. Я тренируюсь еще с 2010 года. Броски лучше. И я к этому тренирую. Хорошо готовлюсь. Желание – это главное желание. Потому что без желания не будет ни гола, ни атаки и никаких успехов. Я думаю, игра прошла хорошо. Но я забил 2 гола, но мы выиграли. Мы играли дружно в команде и слушали друг друга. После турнира все юные хоккеисты получили призы и сделали общую фотографию на память. Хотелось бы поздравить всех мальчиков, всех воспитанников школы Ледового дворца с наступающим Новым годом, пожелать спортивных успехов и всего самого наилучшего. Зачастую ватрушки развивают большую скорость и становятся неуправляемыми, поэтому при катании на сноутюбингах необходимо придерживаться нескольких правил.
Не успели холода прийти в наш регион, как любители зимнего досуга уже вышли на первый тонкий лед водоема, чтобы порыбачить, покататься на коньках и ватрушках. Такую картину зафиксировал нижегородец на видеокамеру. Безрассудство и несоблюдение правил безопасности стоило здоровья еще для двух жителей области, которые катались на ватрушке. 18-летний водитель прицепил тюбинг к автомобилю и таким образом катал двоих молодых людей. Ватрушка врезалась в газовую опору. В результате экстремалы госпитализированы с переломами и другими травмами. Важно помнить, что любимая зимняя забава не так безобидна. Вывихи, переломы, ушибы – вот лишь малая часть травм, которые можно получить при несоблюдении правил безопасности. Там, где все это импровизировано, то есть во дворах или где-то там, допустим, на склонах каких-то случайно приспособленных происходит, там всегда это идет повышенный травматизм, то есть игра в лотерею. То есть как бы выжил – хорошо, молодец. Травмы могут быть самыми непредсказуемыми, как бы, скажем, зависит от кого, от скорости, с какой ты несешься, с такого склона. И какие препятствия там внизу тебя ждут. Правильно подберите размер ватрушки. Для этого обратитесь к специалисту. Не съезжайте вдвоем, особенно если изделие рассчитано на одного человека. Крайне опасно привязывать тюбинг к бамперу автомобиля, поскольку шанс оказаться под колесами очень велик. Перед тем, как вы собираетесь съезжать с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий. При спуске нельзя тормозить руками, ногами и какими-либо предметами. Специалисты призывают кататься в защитном шлеме. Дети должны обязательно находиться под присмотром взрослых. Основное требование – это чтобы не было катания спиной вперед, чтобы не было, скажем так, человек не прыгал на горку в тот момент, когда уже только что начал спускаться, то есть должна соблюдаться обязательно очередность. И также нельзя кататься на ватрушках в состоянии алкогольного или какого-либо другого опьянения. Тщательно подбирайте место для катания. Единственная оборудованная зона для ледянок и сноутюбингов в Сарове – на лыжной базе. Там специалисты следят за горками в течение сезона, чтобы на поверхности не образовывались комки и ямы. Зоны для катания на лыжной базе готовят с лета. Летом, естественно, идет выкашивание травы, убираются поросли, которые подходят горке, произрастает. И также и укатывается зимой, это ретраком. Обе горки укатываются, чтобы была более ровная поверхность, потому что народу катается очень много, и трасса иногда, скажем так, обледеневает, лед образуется. Поэтому, естественно, ретраком ее разбивают, чтобы не такая сильная была скорость, и в то же время ватрушку не выносила на лыжную трассу. Не катайтесь на ватрушках в оттепель и при небольшом снежном покрове, так как при спуске с горы тюбинг может резко затормозить, а при сильном обледенении горки можно получить различные травмы. Лучше дождитесь устойчивой снежной погоды. На лыжной базе зимний сезон планируют открыть к середине декабря. Новогодние каникулы – прекрасная возможность приобщиться к лыжному спорту. С 1 января на лыжной базе открывается прокат сноутюбингов и лыжного инвентаря. Также для катания будут доступны оборудованные трассы. С 1 января на лыжной базе начнет работать прокат лыжного инвентаря и сноутюбингов. В наличии порядка 55 пар лыж и 50 ватрушек, как для взрослых, так и для детей. На территории базы есть несколько лыжных трасс, которые подготавливают бураном или ратраком. А у нас, значит, традиционные трассы – это 5 километров спортивные, но по ней можно не только 5 километров проехать, можно проехать и 2,5 километра, и 3 километра, задействовав при этом поляну. Это трасса, скажем так, с перепадом высот, то есть для более профессиональных спортсменов. Есть также трассы, которые мы укатываем по поляне. Это 1 километр, 2 километра, 3 километра. Чтобы взять на прокат спортивный инвентарь, необходимо оставить в залог любой документ. Паспорт, пропуск, водительские права. Прокат работает 1 января с 12 до 20 часов. Со 2 по 8 января с 10 до 20 часов. А у профессиональных лыжников сезон уже стартовал. Первые состязания прошли в ноябре в Хакасии. В декабре воспитанники с Шоратом также приняли участие в городских и во всероссийских выездных соревнованиях в Тюмени и в Сыктывкаре. А 31 декабря в 10 часов лыжная база приглашает всех воспитанников спортивной школы на новогоднюю гонку на призы Деда Мороза. А дальше уже крупные проводим соревнования с 6 по 8 января. Это чемпионат и первенство Нижегородской области по лыжным гонкам. Приезжает более 200 спортсменов. Приезжают в основном спортсмены Нижегородской области. И также в этом году мы планируем привести молодежную сборную России, чтобы также ребята приняли участие в наших соревнованиях. За более подробной информацией о прокате инвентаря обращайтесь по телефону 4-98-13. А за новостями спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» следите на сайте школы или в группе ВКонтакте.